Привет, ребятки! Вы на канале Московский тракторист. Сегодня воскресенье. И на даче я решил заняться одним полезным делом. Так как у нас жара уже 30 градусов, а хочется посидеть немножко за столом на улице, но солнце мешает. И я решил установить зонтик. Зонтик предварительно я купил. И теперь мне нужно его установить. Но чтобы снять этот материал, мне нужно для начала установить телефон, так как штатив я забыл дома или не взял его напросто, а снимать меня некому. Поэтому я придумал вот такое приспособление, такой импровизированный штатив. Берем штангель-циркуль, вставляем его в какую-то, вот допустим, вот такую дырочку здесь, и потом уже вот в эту щель вставляем телефон. Но чтобы его туда вставить, я отмерил середину стола. Вот я уже ее пометил здесь. Но чтобы вставить сюда сам держатель, для этого мне нужно сделать дырку в середине стола и туда прям воткнуть, а снизу сделать такую подставочку. Но для начала, чтобы сделать дырку, я отмерил середину стола, отмерил ширину самой трубки, здесь уже начертил. И сейчас я буду дрелью высверливать дырку, вырезать и вставлять туда зонтик. А внизу я сделаю там, сварю подставку, трубку и арматуринки. Входит и выходит, входит и выходит. Замечательно выходит.
Вот я нашел вот такую подставочку. Сейчас ее выровняю. И может не надо ничего варить будет. О, замечательно. Вот так у нас это тут вставляется. В принципе, чтобы оно не шаталось, я решил взять арматурину и вот так ее приварить. И она тогда уже будет стоять прочно и никуда не денется отсюда, не сдвинется. И будет зонтик наш устойчиво стоять. Ну вот смотрите, я сделал вам вот так, а снизу я вот такую... Слушай, подставочку, а там... сейчас ее приварю, чтобы оно не... Знаешь, только чтоб ноги у людей... Да, ничего, ноги не будут, но... Так. А, хотя там никто же сувать туда... Конечно, конечно. Сейчас я приварю туда, вот видите. А что ты приваришь? Саму вот эту стоечку, чтобы она никуда не двигалась. А мне кажется, не надо. Надо, надо. Ну смотри, как... Владик, не надо... Ветер подует, и все, потом нам надо будет переделывать. Ну, мы снимем только зонтик, да. А саму стойку пусть стоит. Мы в любой момент можем сюда зонтик вытащить, да. А это не мешает, теперь просто покрасить нас. Еще момент. Скатерть-то надо будет дырочку делать. Ну, мы это уже ваши работы. Я... Не надо прибавить. Надо. Прибавить. Ну, ветер подует. Давай поту. Ветер подует, зонтик уйдет. И еще это согнется. Да. Понимаете? Надо так, чтобы было как все надо. Ну как тебе зонтик? Нормально? Зашибись. Смотри. Где туда? Она ж девочка. Почувствовала мужика. Да, Ирма? Молодец, собачка. Ирма, иди сюда. Иди сюда. Иди. Так, а что-то у меня не очень. Все, ну так оно и будет. Но вы хотите на Озоне купить, и чтобы нет, оно крепко... Нет, Афи, наверное, его можно как-то... Его же можно это самое? Никак, оно вот так и будет. Так и будет? Конечно. Нет. Ну и ничего нет, страшного. А оно, в общем-то, оно меняет. Так я уже сделал. Уже сделал? Да. Ребятки, у меня появилась... Лошадь небольшая, но очень верная. Вставай. Вставай, Ирма. Иди сюда. Вставай. Подожди, лошадь. Не дает себя седлать. Давай, вставай. О, смотрите, лошадь. Тихо. Тихо, все. Тихо, тихо, тихо. Я тебя хотел оседлать просто. А ты не даешь. Тихо, тихо, сидеть.
Сидеть, Ирма, сидеть. Стоя зонтик, теперь он стоит крепко, ветром не сдует, и можно садиться за стол и кушать. А я иду готовиться к жарке шашлыков, но это уже совсем другая история. Не забывайте подписываться, ставить лайки. А на это все. Всем пока!